Иракские войска замедлили наступление на Мосул. Они встречают упорное сопротивление со стороны боевиков по мере продвижения. Террористы группировки ИГИЛ, запрещенные в России, используют заминированные автомобили и десятки беспилотников. Стало также известно о гибели журналистки курдского телеканала. Шифа Гарди освещала ход операции по освобождению Мосула от террористов. Репортер подорвалась на придорожной мине. В боях за Мосул принимают участие шиитские вооруженные формирования. По согласованию с правительством, они освобождают деревню к западу от города. Стану масса лес, стану масса лес, стану масса лес.